Алла Снегур в биатлон пришла из легкой атлетики. Уже спустя год ее называют одной из перспективных спортсменок. Огневой рубеж для Аллы – любимая тренировка, а винтовка МР-61 – лучшая подруга. Как считает атлетка, каждый меткий выстрел – маленький вклад в победу биатлониста на состязании любого уровня. Главное – это стоять в стойке. Встаем в правильную стойку. Концентрируемся на мишени. Надо будет затаить дыхание, взять воздуха и плавно нажимать на курок. Секция биатлона и лыжных гонок в Сочинском центре развития зимних видов спорта работает уже третий сезон. Сейчас в ней занимаются более 40 школьников в возрасте от 8 до 15 лет. Главной базой горной подготовки атлетов стал Олимпийский биатлонный комплекс «Лаура». В Красной Поляне молодые сочинцы тренируются бок о бок со взрослыми. На лыжероллерах бегают с винтовками по дистанции представители Свердловска и Ханты-Мансийска, юниоры из национальной сборной страны. Дети стояли и все это видели. И это было очень интересно. Они считали, кто сколько раз промазал, столько, то есть вживую видели вот эту работу, как они уходят, как приходят. То есть это даст большой опыт. Они видят технику работы, перенимают. Первым серьезным испытанием для юных биатлонистов в летнем сезоне 2014 станет чемпионат России, который стартует в Сочи на этой неделе. Соревнования пройдут в горном и прибрежном кластерах. В рамках этих состязаний пройдет и открытое первенство города и Краснодарского края. Они будут участвовать в длинном и коротком спринте в Олимпийском парке на дистанциях 1 километр и 150 метров. Тренерский совет уверен, юные сочинцы смогут дать серьезный бой своим соперникам из других регионов. Курорт взял высокую планку по развитию детского спорта. В Сочи работает 27 спортшкол. В них занимаются 17,5 тысяч человек. 87 сочинских спортсменов входят в состав сборных России. Более 400 представляют Краснодарский край на состязаниях разных уровней. Планируют занять свои места в национальных командах и юные лыжероллеры, которые мечтают вписать свои имена в летопись спорта высших достижений.